на мой взгляд, очень точно сформулировал все это Достоевский Федор Михайлович, когда сказал, что русский человек должен быть, обязан быть православным человеком. Если есть вера в Бога, в царя, в Россию, то вообще никаких проблем. И я так думаю, что просто нам немножко запудрили мозги, но они сейчас вернулись на место, и у нас все будет хорошо. Потому что, ну, смейтесь, не смейтесь, царь у нас есть, родина у нас есть и очень хорошая, крепкая на данный момент, за которую не стыдно. Вот. А в Бога мы всегда верили, поэтому все хорошо.